А тем временем Инночка уже спустилась в магазин за покупками. Побежала за свежим хлебом. Ну и вот тут, по мелочам. Так, 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 что тут у нас на повестке дня? Грязная посуда. Естественно, грязная посуда. А, я же кофе варю. Вах, вах, вах. Какая плита грязная, все брызгала. Омлет готов. Омлет готов. Так, его нужно отключить. И кофе почти готово. А я же обещала не пить его. Прообещалась. Ай, прообещалась. Как жаль. Как жаль. Не смогла, не смогла. Вот, штаны надела и быстренько спустилась в магаз. Ну, так купила хлеб. Вот этот пускай будет. Вот этот хлеб тоже пускай будет. Каймак. Орешки. Кишью. Одну шоколадочку, потому что те два блока уже ушли. Так, минеральные водички. Так, минеральную водичку ставим сюда, потому что я холодную не пью. Так, 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 так. Все, выключаем. Хлеб тоже купила, рамазай. Я же буду пить кофе. А что мне? Вот маленько, омлетик маленько подуглился. Ну, ничего. Зато кофе прекрасное. Вынесла мусор, все успела сделать. Ой, пока горит свеча, пока варится кофе, я успеваю делать все. У меня вся жизнь может перевернуться, разделиться на до и после. Спустилась в магазин, у меня было 150 лир. Подхожу к кассе, думаю, себе, поди мало. Вот еще сколько осталось, 20 лир. Но деньги-то, конечно же, есть. Машинка достирала, сейчас буду развешивать. Естественно, пока я и банашка здесь бегала, то все 5-10, раскладывала свои мини-покупки. У меня убежала кофе на плиту, но не убежала омлет, слава тебе, Господи. Так, ну я вообще обещала себе кофе не пить, ну как, блядь, и уже пью. Вот такая вот я непредсказуемая женщина. И уже пью. Представляете? Уже пью. И с шоколадом буду. А что мне? Хера ли мне, красивой женщине? Почему я должна себе в чем-то отказывать? А, зубы темные. Поставим виниры. В пизду, блядь, все. Деньги есть. Бабло есть. Поставим виниры. Вообще не вопрос. Что поставим виниры? Вы думаете, я... Блядь, вы думаете, я почистила раковину? Нет. Помните вот эти вот штучки, которые для чистки раковины? Так, тут все бросала. Так, надо закрыть, чтобы прилично выглядело. Эти коробочки для чистки раковины. У меня она сейчас уже убегает, вода и там везде убегает. Все, от жопы отлегло. Ничего, уже опять ничего не делаю. Так, что я достала? Трогаю крышку этого ведра, и тут же тарелки. У меня чистая, я мою каждый раз. У меня чистая тут, я насчет этого не переживаю. Даже руки мыть не буду. Все, что у меня дома на кухне находится, это чисто. Я могу этой тряпкой, вот которой, вот этой вот, и пол помыть, и тут же протереть все. Это не вопрос. Это такой, знаете, степень охуенности, замарашистости. Чего я несу, Господи, чего я несу? Так, каймак надо убрать. Каймак не хочу есть сейчас. Чего я его купила вообще? Наверное, потому что по скидке был. Так он стоил 39, а сейчас 29. Да, 39, а так сейчас 29. Я его увидела, думаю, а возьму. А что не взять, да? Подожди, а зачем в тарелке? Я же могу так поесть, да? Так, так могу поесть. Или в тарелочке приличней. Ну, знаете о том, что чистые тарелки у меня есть, и вообще тарелки в доме есть. Буду есть со сковородки. Все, я иду на балкон. Ах, завтракать. Так, пытаюсь понять, как камеру поставить. Так, минералка, отойди, блядь. Все это завлекаешь мне. Так, если я вот так вот сяду, так, стул развернись. Все у меня в кадре, да? Ну, орешки не в кадре, каймак не в кадре. Главное, жратва в кадре. Хлеб, кофе, который я планировала не пить. Так, подожди, 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 подожди. Все. Так, все. Все. Инночка села завтракать. Так, налью себе минералочки. Чтобы оздоровиться, чтобы были этим полезные пузырики в организме. Чтоб меня опучило. Чтоб я попердывала. Так, минералочка, минералочка. Давайте, чин-чин. Шампанское тоже будет.
но позже. Пойду быстренько сбегаю. Тут на одной ноге за этим, за сигаретками. Гляньте, у меня как сигареты хранятся. Чапман, Кент, тут же пробки. Ну, короче, блядь. Все тут. Чтобы у меня было все под стать. Так, это я сладости уже тут разложила. Каймак открыла, там же пленка нужна была. Бегаю, что-то суетилась. Такая вообще. Так, все, вода. Прекрасно. Пожрать кладу. Нож не взяла. Как подошва. Она сгорела. Ой, я не могу. Сгорела. Пизду. Не совсем сгорела, но подгорела, так скажем. На каймаке великий мед нарисован. Мед в сотах у меня вот. Ой, блядь, давай переверни кофе. Мед в сотах. Я богатущая. Главное, богатая душой. Понимаю, что я тут вид не подготовила. Тут белье сушится, тут чё. Ну, смотрите на горы. А, смотрите на эту гору. Что лучше гор могут быть только горы. Ну, реально она подгорела. Она очень долго пролежала на плите. Ну, не подгорела, но... Блядь, ну вкусная. Я давно себя не делала омлета. Блядь, как вкусно. Да не так уж она подгорела. Ну, подгорела, конечно, маленько. Но это не повод ее выбрасывать. Кушаем с хорошим настроением. Шоколадку что такое? Я хотела прочитать. Аленка. Ну какая нахуй Аленка? С перцем. Блять, я чую? Я трезвая. У меня опять получился завтрак в обед. Если что, полотенчики есть? Вот еще полотенчик есть. На море? Пойду. Тайна. У меня есть одна тайна, которую я скрываю. Не от вас, я вас вообще в расчет не беру. Вообще нихуя не знаете про мою жизнь. От двух близких людей я ее скрываю. Я ж турецкую сим-карту сюда вставила. Нет, не пришло сообщение по поводу икомета. Ики, сигареты где держу. Там, где пробки, так, закрыть двери. Чтоб туда не тянуло. Я должна хоть немножко пожить для себя. Хоть немножко, блядь. Заебали эти проблемы. Иди на море, готовь есть, то, сё, как я заебалась. Хочется просто немножко пожить для себя. Посидеть на балконе, выпить шампанского. Кофе,
возможно, и шампанское, и кофе, выкурить сигаретку. И вон пепельница, блядь, так далеко. Чё, на пол, что ли, стряхивать? Перевернуться нахуй. Вот. Пепельница. Народ куда-то идет, шустрит. Мужчины на мотоциклах. Там мама с сыном пошла куда-то. Ну, сыну, наверное, лет 10-11. Женщина одета во все темное и бордовый платок на голове. Ну, темное. Вот сейчас у нас теплые деньки, конечно же, настали. Вчера было тепло, сегодня. Неужели лето пришло в Алании? Неужели дожди закончились? Вчера пасмурно, была вероятность, что пойдет дождь. Пасмурно так было. По новостям показывали в Анталии. Дожди все смывают. У нас в Алании, ну, дождь чуть-чуть. Мы вчера с Артемом плавали когда? Часов 5 вечера, а я ушла, оставила постельное белье сушить, думаю, просто сейчас начнется дождь. И по морю вот такие вот редкие капли. Ой, блядь, как кофе вкусно, а я буду отказываться от него. Нет. Что, может, на свежие отжатые соки перейти еще? Не знаю, житие мое, блядь. Вообще ничего не знает, что происходит в жизни. Как камеру каким-то наклоном, блядь, поставила. Хуй его пойми. Я смогу вообще прекратить видеосъемку. Понимаете? Вот так вот я наклоняла ее, когда утреннее видео снимала. И у меня вообще прекратилась запись. Так, я вчера что ела? Я вчера ела макароны и скумбрию. Да, прикиньте, макароны и скумбрию. Блядь, как вкусно было. С перчиками, с устрами. Как подошва. А я вот это почему не ем? Может, надо попробовать. Хлебушка. Тут же хлеб, тут же зажигалки. Нельзя, Глеб. Хлеб. Всему голова. Много людей трудятся, чтобы хлеб вырастить. Очень трудоемкое дело, очень. Дерево растет, все прекрасно. Заебись. Просто заебись. Как вкусно. Как вкусно жить. Как вкусно много есть. И курну, и все тут. И все. И тут нету вилки. Ну, блядь, ну не пойду же я за ножом. Протру сейчас салфеткой. Протру. Вся перепачканная. Поросенок, блядь, сижу. Так. Каймак. Такой рулончик. Блядь, они его замотали. Они его замотали опять в эту бумагу. Ёбаный случай. Они заебали, блядь. Зачем вот такие сложности создавать людям? Вот нахуя вот заматывать? Уже в упаковке каймак. Чтобы рулоном было. Вот это вот зачем? Кофейком, да с метком, да все как полагается, а ну. Так, мед буду брать этой чистой вилкой, потому что
чтобы не запачкать всю массу. О, какой моцик! Ой, такой ретро-моцик старый. Парень молодой едет. Сейчас они начнут. Тут наш же Галатасарай выиграл. Ой, и они. Тут такие устраивали оргии. Вот у нас флаг висит на соседнем доме. Смотрите, каймак и мед в сотах. А ну попробуем. Боже, это лучше, чем секс. Это потрясающе. Каймак и мед. Девочки, поверьте, это лучше, чем секс. Так. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Ой, такой упругенький. Каймачок. Тут тоже каймачок. Давай, большому куску рота радуется. Что ты тут мне, блядь? Не чешишь в камеру. Иди нахуй. Так вкусно. Блядь, как заебано. Да короче, как это, как сметанка. Как сметанка деревенская. Такая жирненькая. А это натуральный мед в сотах. Это оргазм. Гастрономический оргазм. И горячий кофе. Он уже не совсем горячий, но такой горячеватенький. Это нечто. Это реально нечто. Очень вкусно. Что ты такое делаешь? Выгружают. Там вот ремонт в том доме идет. Выгружают. У меня душа поет. Сердце ликует. Как же заебано, блядь, есть. Как же заебано жрать, господи. Как же заебано жрать. Попробуйте вот такую еду. Если, конечно же, у вас такая еда есть. Потому что шоколадку уже не хочу. Очень вкусно. Очень питательно. Еще сигаретка. Так. И бальничек протрем от кофе. От сладких этих. Так, подожди, чтобы пепла не насыпать. Она жралась? Или кофе нет больше? Я же не буду без кофе-то есть. Чтобы пепла не насыпать. Вот так вот. Прикроем. Чок магнитнерде. Это я сказала по-турецки. Зеркалка где? Надо вот еще экраны мне помыть. Тут же были песчаные дожди. Мужики-то все намывают машины.
прям вот капли дождя, песчаные бури, дожди у нас были, и у меня же темное стекло на балконе. С этой стороны помыть легко, с той стороны надо помыть. Я сегодня поручу одному мужику. Лиры за 50, за 70 мне сделают. Марафет нужно мне навести. Так, сегодня я по-любому делаю тест второй раз, чтобы убедиться. Все. И эта тема закрывается до определенного дня. Делаю тест и чищу раковину 100%. Сегодня я иду на базар или нет? Нет, не иду. Нет, не иду. Я думаю, фруктов нет. Как, блядь, не иду? Я думаю, нет вишни. Как не иду, блядь? Абрикосы подошли к концу, эти сливки зеленые. Ведь я стала сливы зеленые тоже жрать с этой солью, так же как турки. Очень вкусно, очень вкусно. Так, чищу раковину и заливаю раковину средством. Сейчас развешать белье, развесить, блядь. Это собрать, убрать, то развесить. Которая постаралась убрать здесь. Залить раковину чистящим средством. И что я уже все забыла, блядь? Забыла, дел-то, блядь, нет никаких. На рынок пойду, нет, не пойду. Сегодня Артем уезжает. Завтра утром Артем уезжает, сегодня нет. Сегодня время с Артемом лучше проведу. Да, вот так вот лучше будет. Лучше с Артемом сегодня время провести. А как же эти вишенки? А может дойти? Ой, блядь, не знаю, а. Короче, как Бог даст. Вот серьезно, как Бог даст, я уже не загадываю. Нам не нужно никуда торопиться. Нам не нужно никуда торопиться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не знаю. Так, подожди, сейчас мне нужно наметить план. Убрать. Все разложить в шкафы, развесить белье, убрать это, залить душевую кабину, раковину в ванной и прежде чем залить раковину на кухне, нужно помыть посуду. А можно и не мыть, нахуй, можно потом помыть. Плиту надо протереть, пока она не впиталась. Да все, короче, похуй, блядь. Как будет, так и будет, а? Не загадываю. Бутылочка шампанского есть в холодильнике? Есть. Там уж как пойдет. Ну серьезно, в такое время же он непредсказуемое. Там как пойдет. Ой. Смотрите. Разброд ожидания. Королева трапезничала. Все. Пока. Надо балкон экраном помыть. Ну это сейчас мужику поручу с той стороны. С этой стороны сама помою. С той стороны мужику поручу. Все. После обеда, после 4 часов на море.